Здравствуйте, уважаемые зрители канала Политсигнал, слушатели, а также просто любопытные, случайно сюда заглянувшие. Во-первых, в словах моего энтого спича прошу извинить меня за использование малоупотребительного, поэтому не очень известного и непонятного слова «невменяшки». К сожалению, некоторые слушатели и смотрители канала Политсигнал приняли это глубоко на свой счет. Смею вас уверить, это не так. Может быть, все как раз наоборот. Относительно вас я невменяшка. Да пусть будет так, как пели Beatles. Let it be. Пофиг. Наверное, у вас найдутся настоящие, реальные, стопроцентные факты, которые смогут доказать, что я не прав, а правы вы. И тогда я перестану быть невменяшкой. А почему нет? И перейду на вашу позицию, на вашу сторону. Ведь так. Факты ведь нельзя отрицать. Факты – это сила. И пока таких фактов у вас нет, приходится приводить факты другие. Стопроцентные факты и следствия, которые приведены в уголовном деле сестер Хачатурян. Хотя, добавлю, еще раз напомню, что лично я за то, чтобы сестры Хачатурян понесли наказание за содеянное преступление. Вот так. Но точную меру этого наказания должен решить суд, который должен во всем этом грязном деле разобраться. И даже Михаил Хачатурян и его племянник Арсен должны понести соответствующее наказание. Как я понимаю, один за истязание, другой за клевету. Итак, слушайте публикацию с реальными фактами из уголовного дела. Или вот еще одна публикация из газеты «Комсомольская правда». Название. «Повернись ко мне, уродка». Шокирующее видео из телефона Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми. Отец записывал на камеру наказание своих дочерей. Автор текста Дина Карпицкая. Родня убитого тремя дочерьми Хачатуряна продолжает утверждать, что Михаил был любящим и заботливым отцом. Девочек баловал, ни в чем не отказывал и оберегал от пагубного влияния улицы. За это, мол, они его и убили. Как выглядит любовь и забота по-хачатурянски, следователи изучили от и до. Теперь предлагаем и вам посмотреть небольшой фрагмент видео из материалов дела и сделать свои выводы. Телефон убитого стал одним из вещдоков уголовного дела об убийстве. В нем обнаружилось очень много интересного. Говорящая переписка отца с дочерьми, его общение с подругами девочек, в которую он рассылал несовершеннолетним картинки и видео порнографического содержания и многое-многое другое. И вот всплыли новые шокирующие подробности. Выясняется, что отец записывал на видео и наказание своих дочерей. На том коротком фрагменте, что попал к нам в редакцию, Хачатурян орет на дочерей за то, что они съели слишком много конфет. Ангелина, Кристина и Мария с заплаканными лицами стоят и боятся не то, что слово сказать, просто повернуться к отцу. В какой-то момент Михаил со всей силы пинает младшую дочь. Вот это видео. Ух, вчера на целое одеяло волосы под кресло. И на Томина матрас снял. Вот так. Слушайте, вот это тварь. Вот это тварь, который пока имя Кристина. И мою фамилию. Повернись сюда! Ай, урод! Ай, урод, повернись сюда! Да, и они еще жалуются. Как будто я что-то, чего-то от них хотел. Ух, ну вчера... На целое одеяло волосы под кресло и на Томина матрас снял. Вот так. Слушайте, вот это тварь. Вот это тварь, который пока имя Кристина. И мою фамилию. Повернись сюда! Ай, урод! Ай, урод, повернись сюда! Да, и они еще жалуются. Как будто я что-то, чего-то от них хотел. Дальше видео обрывается, но что было дальше, догадаться несложно. Сейчас мы знакомимся с делом и могу сказать, что имеющимися материалами, в том числе этим видео, подтверждаются слова девочек
о постоянных унижениях, побоях, истязаниях и сексуальном насилии со стороны отца. Неудивительно, что подвергаясь длительное время такому изощренному воспитанию, в кавычках, у них были установлены психические расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство в том числе, рассказал «Комсомольской правде» Алексей Липцер, адвокат Кристины Хачатурян. Это видео – еще одно доказательство, каким отцом был Михаил Хачатурян. Всего несколько секунд достаточно, чтобы увидеть обстановку, в которой жили девочки. Видео легко сопоставляется с опубликованной перепиской между Михаилом и дочками. Выводы вы можете сделать сами, комментирует Алексей Паршин, адвокат другой сестры Ангелины. А вот еще одна публикация из газеты «Комсомольская правда» на тему взаимоотношений Михаила Хачатуряна и его дочек. «Буду бить за все, убивать буду» – обнародована переписка Михаила Хачатуряна с дочками. «Комсомольская правда» публикует материалы из громкого уголовного дела. Авторы текста – Анастасия Варданян и Дина Карпицкая. Итак, приводим основные моменты из этой публикации. История сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве родного отца, наверное, никого не оставила равнодушным. Одни жалеют убиенного, мол, вырастил неблагодарных на свою голову. Другие сострадают девочкам, которые натерпелись от отца-тирана. Масло в огонь то и дело подливают родственники и адвокаты со всех сторон. Фото Михаил Хачатурян в рясе, подпись к фото. Все эти сообщения отец отправлял дочери, находясь или в Израиле, или еще где-то. И это была не просто туристическая поездка, а паломничество по святым местам Иерусалима. Итак, адвокат Алексей Паршин на днях обнародовал часть материалов уголовного дела. Это переписка Михаила Хачатуряна с дочкой Ангелиной. Сообщения в мессенджере и голосовые. Мы публикуем часть диалогов и предупреждаем, что читать их людям с неустойчивой психикой не рекомендуется. Итак, что хорошего, тварь? 25 января 2018 года. Диалог между Михаилом и Ангелиной. 6 пропущенных вызовов от Михаила. Не буду читать время, просто буду читать все подряд. Ангелина, мы с собакой гуляли, интернета не было. Михаил, у вас 7 минут. По Вайберу показывает, был и нет, минет. Или нет? Последний раз в сети 21.01 набирал 21.10. Ангелина, ну я зашла и вышла с собакой 21. Михаил, у вас одна минута израильской. Ангелина, что за одна минута? Михаил, вы хотите, чтобы завтра приехал? Окей. Ангелина, мы даже не знаем, за что вы нас выгоняете. Михаил, билеты взял, восклицательные знаки. Ангелина, хорошо. Михаил, приеду маму вашу. Что хорошего, тварь? Ангелина, я имею в виду, что поняла вас. Михаил, в чем и что у вас? Ангелина, вы сказали, что билеты взяли. Я ответила, что поняла вас. Конец диалога. Как удалось выяснить КП, все эти сообщения отец отправлял дочери, находясь в Израиле. Это была не просто туристическая поездка, а паломничество по святым местам Иерусалима. Во время поездки рядом с Михаилом находились его друзья, святые отцы, Тигран, Ваак, Вазген и Эммануэль. Видели ли они, как Хачатурян общается с родной дочкой? Остается только догадываться. В соцсетях только фото. Кадры, где святые отцы в компании Хачатуряна позируют на фоне икон, сменяются снимками с пляжа, где все те же батюшки с татуировками на руках и увесистыми золотыми цепочками на шее отдыхают на полную катушку. Вот эти диалоги. Как говорится, любопытным людям есть что посмотреть и почитать. И понять, что же такое представляли с собой переписка между Михаилом и его дочками. Читать невозможно из-за обилия ненормативной лексики. Подпись к фото. Переписка Михаила Хачатуряна с дочкой Ангелиной. Читаем дальше. Ай, мразь, ай, проститутка. Еще один диалог, приобщенный к материалам уголовного дела, состоялся 4 апреля 2018 года. Из-за большого количества нецензурной лексики мы можем опубликовать лишь его малую часть. Итак, читаем. 3 пропущенных звонка от Михаила. Михаил,
Уроды, Ангелина, мы с собакой гуляли и в магазин зашли. Дома нечего было кушать. Голосовое сообщение, Михаил. Ангелина, сосать будешь беспрерывно. Дальше. Михаил, буду бить за все, убивать буду. Михаил, Бога имя не давай. Ай, мразь, ай, проститутка. Давайте по-хорошему. Я вашу маму, я вашу барыгу брата, я вас проституток. До моего приезда, чтобы вас не было, я вашу маму, я вас публично. Везде стоят многоточие. Таких диалогов в материалах уголовного дела более сотни. Все они подкреплены скриншотами. Комсомолка продолжает следить за громким делом. Вот еще одно фото. Можете сами посмотреть и убедиться. Сосать – это самое мягкое, что тут употребляется. Подпись к фото. Переписка Михаила Хачатуряна с дочкой Ангелиной. Еще фото из материалов дела. Переписка Михаила Хачатуряна с дочкой Ангелиной.